В сентябре этого года наш учебно-методический центр празднует свое 5-летие создания. За эти 5 лет было сделано очень много. 1000 коллег из нашей службы прошли обучение. Мы получили статус базовой образовательной организации стран СНГ в области антимонопольного регулирования. Открыли филиал в городе Москве. На нашей площадке проводится большое количество семинаров и мероприятий, в которых принимают участие как представители бизнеса, так и представителей конкурентных ведомств других стран. С начала функционирования центра в стенах учебного центра повысили квалификацию свою более 3500 человек и приняли участие в семинарах 2500 человек. В мероприятиях, международных мероприятиях, организованных учебно-методическим центром, приняло участие 184 представителя зарубежных конкурентных ведомств. И нужно сказать, что это не только страны СНГ, так как мы являемся базовой организацией, а также представители антимонопольных ведомств и конкурентных ведомств Европы, Азии и Южной Америки. Нужно сказать, что даже в настоящий момент в учебном центре проходит обучение представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. С ними установлены тесные партнерские отношения, и на этот год запланировано обучение порядка 50 человек. В рамках научной работы в учебно-методическом центре проводятся ежегодные конференции. Это 3 обязательные конференции на тему анализ рынков и контроль экономической концентрации, конференция на тему обеспечения контрольной деятельности в области торговли, а также конференция «Право интеллектуальной собственности как объект недобросовестной конкуренции». Еще одно большое ежегодное мероприятие, проводимое в стенах учебного центра, это партнеринг «Лекарства России», который проводится совместно с Федеральной антимонопольной службой, Ассоциацией фармпроизводителей Российской Федерации и Министерством здравоохранения. Мы проводим обучение по более чем 100 программам. Основные программы – это государственный заказ, значит, корпоративные закупки, а также отраслевые программы антимонопольного регулирования, адаптированы под каждое предприятие. Также большое количество семинаров проводится филиалом учебного центра, который находится в Москве. Мы ждем в своих стенах представителей бизнес-сообществ, корпоративных юристов, которые занимаются антимонопольным регулированием и обеспечением конкуренции. По итогам образовательных программ слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Генеральная задача, которая поставлена перед нашим учебным центром, это к 2020 году получение статуса базовой организации высшего образования, а именно антимонопольной академии.